Итак, сейчас идет предполетная подготовка. Проверяя все системы самолета Су-30, Александр. Еще третьего заезда этой полуфинальной битвы. Напомню, после первых двух дуэлей счет 1-1. Итак, собирается судья на линии. На высоте 100 метров проход Су-30, скорость порядка 700 километров в час. Кто же первый? Изо всех сил сбегает Максим. Очередной фигуры, все внимание на экраны. Или справа от вас, Су-30, красавец, победитель очередного заезда. А мы попытаемся сейчас связаться с паддоком, где дежурит наша прекрасная корреспондент Катерина. Катерина. Катерина, слышит ли нас Катерина? А рядом со мной стоит Максим Комов, владелец Форда Мустанг Шелби GT500. Я вас поздравляю с выходом в полуфинал. Это хороший результат, и это был хороший заезд. Какие ваши впечатления в целом? Впечатления самые положительные. Получил массу эмоций. Эмоции, естественно, тоже положительные. Мне очень понравились сами заезды, мне понравилась организация. В общем, класс. Супер. Расскажите, а кто за вас болел сегодня? Ну, сегодня за меня болела в первую очередь моя любимая супруга Мария. Вот. Ну, к сожалению, дочь не смогла сегодня присутствовать. Но также ребята, коллеги, механики. Спасибо вам. Желаю вам успехов в дальнейшем. Виктор, как вы там? Вы же в курсе, да, что вы стали победителями очередного заезда и вышли в финал? Почему вы выиграли? Может быть, Виктор там в задней кабине помогает? Вот такое спокойствие. Вот так. Ну, действительно, все здорово. Су-30 мы благодарим от всей души. Еще сегодня увидим в финале.